На пару дней в Иваново приехал известный диджей, фотомодель и зоозащитник, веган-диджей. Участник многих телепроектов, часто бывает в разных городах и везде старается посетить приюты для животных, привлекая тем самым внимание общественности к проблеме жестокого обращения с четвероногими. Нужно показать людям, что правильно брать и не надо бояться брать животные из приюта, вместо того, чтобы покупать. В Москве уже это все развито. У каждого приюта очень много волонтеров, у них все поставлено на поток, у них постоянно каждые выходные там по несколько выставок в Москве проходит приютских животных. Да. В Инстаграме у вегана почти 60 тысяч подписчиков. Там он регулярно публикует фотографии с животными, у которых нет своего дома. Всех неравнодушных он призывает помочь братьям нашим меньшим. Приюты, как правило, остро нуждаются в финансовой поддержке. Небольшие, но регулярные денежные переводы позволят закупать больше корма для хвостатых. Если оказать материальную помощь не получается, можно прийти в приют лично. Пара рабочих рук не будет лишней. Многие знают уже, в принципе, о существовании приютов, но нужно еще сподвигнуть людей не просто знать это, конечно, хорошо, но животным это никак не помогает. Нужно еще приехать, нужно еще попробовать помочь, придумать, как помочь, потому что не только деньгами можно помогать, да, можно еще помогать руками, можно помогать выгуливать животных, социализировать, да, то есть те люди, которые не могут себе позволить дома завести животное, они могут приехать в приют и пообщаться там с четвероногими друзьями. Помимо зоозащитной деятельности, гость занимается пропагандой здорового образа жизни и веганства. Молодой человек уверен, что отказ от животной пищи в пользу растительной не только способствует укреплению организма, но и позволяет сохранить природу, которая уничтожается пастбищами скота. Да можно просто зайти в интернет, сейчас это доступно для всех людей, особенно молодежь, да? И посмотреть кучу исследований, кучу каких-то видео, лекций от мировых врачей, ученых о том, что это вредное питание – мясо, молоко. В Иванове также есть движение по отказу от мяса. Дмитрий Селиверстов уже не первый год призывает ивановцев не употреблять продукты животного происхождения. В планах у него вместе с единомышленниками открыть первый в городе вегетарианский ресторан. Сейчас местные предприниматели уже проявляют инициативу, то есть мы общаемся, люди хотят открывать. Вот, как минимум уже, что огромный плюс для нашего города, стали появляться веган-меню. Хотя раньше это просто было, ну, что-то сложное. Приходилось выбирать между салатом и гречей. Вот. Сейчас же уже ситуация меняется. Парни уверены, что еда без мяса может быть такой же вкусной и полезной. Почти во всех крупных окрестных городах есть вегетарианские кафе. Возможно, в скором времени в Иванове появится свое. Веган-диджей пообещал с этим помочь, как минимум информационно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.